Надо Георгий и друзья фильм показывать. Короткометражный фильм «Пираса». Едет таксист-грузин по дороге и видит, девушка вышла на дорогу, так подняла руку. Он останавливается. «Мам, куда?» Она: «Да мне прямо. Садитесь». В общем, она садится и едет. Она так на него смотрит, так глазками стреляет. А он делает вид, что не замечает. Она тогда берет и ноги так ставит на панель. Он: «Девушка! Что вы так поставили ноги мне тут? Прямо стекло разобьете или поцарапаете? Уберите ваши ноги! Некрасиво это!» Она: «Вы знаете, есть мужчины, которые рады за честь просто им целовать мои ноги». Он: «Послушай, дорогая, у меня есть женщины, которые за счастье просто подержать мою... Ну вы понимаете, что? Мое достоинство. Ну так я же не выкладываю его на капот».